В Рязани на службе МВД помимо обычных полицейских работают четвероногие стражи порядка. Они вносят свой вклад в раскрытие преступлений. Иногда без их помощи сотрудникам полиции просто не обойтись. Служебный пес Джек несет службу уже 8 лет. Непосредственное направление его деятельности – поиск различного вида оружия и взрывчатых веществ. В основном работать приходится в общественных местах, где собаке сложно сосредоточиться. Благодаря профессиональным навыкам Джек умеет концентрировать внимание только на выполнении своих непосредственных обязанностей. В нашу работу еще входит профилактический осмотр. Это осмотры железнодорожных вокзалов, школ, больниц. И просто в таких местах довольно большое количество людей, автомобилей, механизмов различных. Те же, например, промышленные кондиционеры, потому что они довольно-таки громко гудят, потому что собака, она не должна обращать на это внимание и отвлекаться от своей работы. Служебный пес Джек часто отправляется с сотрудниками полка ППС в командировки на Северный Кавказ. Работать приходится на территории тех субъектов страны, где оружие еще можно обнаружить у мирного населения. В Рязани также изымают крупные партии оружия, которые иногда удается обнаружить только благодаря профессиональным навыкам служебной собаки. В роще находили в одном из дворов 3 стрельных тубуса от гранатомета РПГ-26. То есть кто-то их просто там оставил. Вот, работали со взрывотехниками с ОМОНа. Немецкая овчарка Эльза на службе в полиции 8 лет. Профиль ее работы – общая разыскная деятельность. Поиск и задержание подозреваемого, совершившего преступление. За годы службы Эльза помогла найти полицейским более сотни правонарушителей. Были случаи, когда преступника удавалось задержать только после того, когда служебная собака по запаху брала его след и в дальнейшем его находила. Мужчина совершил убийство. Мы нашли его по следу, и мужчина оказался в водоеме, в речку мы его загнали. И, соответственно, оперативники уже потом его задерживали. Мы не стали применять именно задержание собак, потому что не было оснований к этому. Овчарка Эльза также с легкостью может обнаружить любой предмет. Перед поиском ей необходимо узнать только запах хозяина потерянной вещи. Четвероногие стражи закона – это первоклассные сотрудники полиции. Благодаря их усилиям удается раскрыть множество преступлений. Они беспрекословно выполняют все команды кинолога и безупречно выполняют все возложенные на них обязанности. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».